Приветствую вас на канале «Недвижимость в Чехии». С вами Виталий Кремсенко. Благодарю всех подписчиков, которые ставят лайки и комментируют видео, а также всех зрителей, которые еще не подписались, но тоже оставляют комментарии и лайки. Это является для меня мотивацией в дальнейшем развитии этого канала для вас. Мы находимся сегодня с вами на Зличине, это район Праги 5. Сейчас мы стоим на территории большого торгового центра метрополии Зличин. Здесь сегодня у нас обзор новостроя, называется «Парк Зличин». И сейчас мы пойдем ближе его посмотрим, узнаем подробнее этот проект. Ну что, мы с вами на территории проекта «Парк Зличин». Вот мы видим часть домовых. А сейчас вам покажу территорию, которую вот здесь вы видите, с другой стороны этого проекта. Она по площади около 30 гектаров. Там такие производственно-складские помещения. И эта территория тоже принадлежит этому же застройщику. И в перспективе, по информации, которая на сегодня есть, она тоже застроится и будет там большой жилой проект, который объединит и увеличит инфраструктуру для этих домов, которые здесь построились. Но вкратце, этот проект состоит из 7 домов. Здесь было 526 квартир в продаже. Окончание строительства август 2022 год. Большинство домов уже достроено, достраиваются последние. Здесь в проекте внутри мы пройдемся туда по возможности, как будет получаться дальше. Будет небольшой парк внутренний. На первых этажах частично будут коммерческие помещения, будет ресторан с другой стороны, будут магазины и услуги. У всех квартир здесь в этом проекте установлена система рекуперации воздуха. Поэтому это будет положительным моментом по оплате коммунальных платежей. Вот вы видите невысокие дома, 5 этажей, 6. Большинство квартир, как вы видите, имеют балконы, лоджии. Наверху большие террасы есть, либо на первых этажах есть зеленые такие заградки с палисадниками. Также есть парковки. Большинству квартир принадлежат парковки. Подземный паркинг, вот он въезд, вы видите. У застройщика в этом проекте осталось в продаже только 9 квартир. Цена на сегодня от 4500 евро за метр квадратный до 6000 евро за метр квадратный. Это включая, где-то к квартирам есть террасы, лоджии, балконы, паркоместа и дополнительные кладовки. Давайте зайдем. Частично здесь можно посмотреть, как во дворе выглядит территория. Первые этажи, как видим, имеют свои палисадники огороженные. Вот так это выглядит. Строительство по классическому способу. Монолитно-каркасное, утепление, видите, минеральной ватой. Ну, частично внутренний этот двор еще не готов за счет того, что проходит еще строительство. То есть вот он, внутренний двор будет такой. Ну, также мы можем поговорить с вами о плюсах и минусах в этом проекте. Плюсы – это отличная инфраструктура. Мы с вами были на территории большого торгового центра метрополия Зличин. Также здесь в 10 километрах находится главный аэропорт Праги, Вацлава Гавела. Вы доедете туда очень быстро на автомобиле, либо на такси, либо же автобусы идут здесь от
автобусного вокзала, который рядом с этим проектом, буквально в 2-3 минутах пешком. Ну а минус, который здесь возможен теоретически из-за того, что здесь недалеко находится аэропорт, о котором мы говорили как плюс, то иногда можно здесь слышать шум самолетов, потому что они идут здесь на посадку. Иногда это случается в этом районе. Вот такой вот проект. О инфраструктуре этого района. Мы с вами сейчас находимся на территории большого торгового центра, называется Метрополия Зличин. Он находится в 3-5 минутах пешком от нашего проекта. Здесь также есть кинотеатр и множество магазинов. Вы видите, это территория парковки этого торгового комплекса. Дальше здесь рядышком находится магазин IKEA, всем известный. Здесь есть Globus. Это большая сеть больших супермаркетов Чехии. Есть гольфовое поле здесь недалеко. Также спортивные площадки детские. То, что касается для детей. Также здесь за углом, сейчас я выйду, вам покажу. За углом этого торгового комплекса находится остановка метро Зличин. Вот видите, прямо где заканчивается торговый комплекс, сразу переходите через дорогу и остановка метро Зличин. За 22 минуты вы доедете до центра Праги. Это очень удобно. Также там есть автобусный небольшой вокзал. Есть возможность доехать в аэропорт. Отсюда он находится в 10 минутах. Это главный аэропорт Праги, что тоже является удобно. Вкратце, это о инфраструктуре, поэтому очень удобное место с точки зрения проживания здесь. То есть быстро можно добраться на метро до центра, а также вы имеете всю инфраструктуру для комфортного проживания. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.